Мы ждали и надеялись. Команда России по футболу в 1/4 чемпионата мира. Вся страна замерла в ожидании. И вот подарок для всех десногорских любителей игры с мячом. Мундиаль в прямом эфире под открытым небом. Возможность поболеть за свою команду вместе со всем городом. Как это будет происходить, нам рассказал заместитель главы города Александр Новиков. Жителей крупных городов есть замечательная, уникальная возможность присутствовать в фан-зонах. У нас, к сожалению, такой возможности нет, но дабы порадовать наших жителей, которые в последнее время все чаще и чаще обращаются с просьбой обеспечить трансляцию матчей чемпионата мира, мы совместно с депутатом Смоленской областной думы Михаилом Васильевичем Лосенко, который очень горячо поддержал эту идею, при поддержке Смоленской атомной станции, при поддержке партии «Единая Россия» и благодаря, конечно, технической поддержке нашей радиовещательной компании «Десна ТВ», постараемся в эту субботу, 7 июля, обеспечить на центральной площади трансляцию 1/4 матча «Россия против сборной Хорватии». И приглашаем всех жителей нашего города прийти, поболеть, поддержать нашу команду и будем надеяться на выигрыш. Наблюдать за происходящим в центре города можно будет и на сайте desna-defis-tv.ru в режиме реального времени.